Из-за эпидемии гриппа в петербургских школах объявлены дополнительные каникулы. Дома останутся ученики начальных классов. По распоряжению Смольного учащиеся со 2 по 4 классы получат лишних 7 дней отдыха с 1 по 7 февраля. Первоклассники же уйдут на каникулы на целых 2 недели с 1 по 14. В связи с этим школы по распоряжению городского комитета по образованию скорректируют учебные программы. Смольный принял решение ввести добавочные каникулы для младшеклассников, поскольку именно среди детей этого возраста отмечается сильный рост заболеваемости ОРВИ. Также отменен ряд спортивных событий, которые должны проводиться в закрытых помещениях. В частности, школьные и городские соревнования по легкой атлетике перенесены на более поздние сроки.